Жамбылские спортсмены вернулись с наградами из города Хвансон в Южной Корее. Призеров чемпионата Азии встречали в спортивном комплексе «Тараз-Арена». Национальная сборная завоевала серебряные медали в современном пятиборье. Участие в чемпионате, проходившем в течение недели, принимали сборные команды 14 стран. Порядка 200 спортсменов боролись за медали престижного международного соревнования. По словам тренера, спортсмены основательно готовились к соревнованиям, в результате чего удалось достичь высоких результатов. Спортсмены были со всех стран очень сильные. А на этом старте была впервые на чемпионате Азии добавлена новая дисциплина, пятый вид полоса препятствий. Для стран, таких как Китай, Корея, они уже были готовы к этому, они тренировались. А нам было немножко с этим сложнее. Для этого мы были на сборах там 2 недели до этого. Получилось потренироваться, и ребята уже окончательно подготовились и показали свои лучшие результаты, что позволило, да, занять верхние позиции на соревнованиях. Встретить спортсменов, представляющих Жамбылскую область, пришли их родные и близкие, друзья и другие спортсмены. Что касается серебряных призеров, то они поблагодарили собравшихся за оказанную поддержку. Я занял 2-е место в составе команды Казахстана по пятиборью. В эту дисциплину входят бег, плавание, фехтование, стрельба и конкур. Было очень сложно, но благодаря тренировкам мы показали достойный результат. Стоит отметить, что также серебряными призерами чемпионата Азии стали Тимирхан Сабдинбек, Аяна Казбекова и Диана Щедрова. Риналь Рахматуллин, Ермек Кеншимбек, Айкын Акпарат.